От нефритового до мятного. Десятками оттенков зеленого заиграет этой весной Самара. Городские службы благоустройства продолжают высаживать тысячи деревьев и кустарников. Выполняются работы в рамках муниципальной программы «Цветущий город». Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объектах, озеленение на площади 38 600 квадратных метров. По объемам здесь мы увеличили, если говорить в соотношении, то у нас 2020 год было 38 500 общая площадь, в этом году на 100 квадратов сделали больше. Все растения выращены в местных питомниках и адаптированы к нашим климатическим условиям. В этом году будут и деревья высаживаться, и будут высаживаться и кустарники лиственных хвойных. Хвойные деревья, вот, допустим, вот уже на этой неделе будем готовить тую колоновидную, будем готовить ели голубые, будем готовить по объектам видовым города. Будем готовить еще туи большие, трехметровые, большие кашпо высаживаться в городе будут. Первыми высаживают кустарники. Их в этом году более 15 видов. Дальше идет высадка деревьев. Только Алексеевский питомник подготовил для города свыше 5000 лип, каштанов, берез, ив, тополей и елей. Средний возраст растений от 5 лет, высота 2-2,5 метра. Будут в этом году хвойные и лиственные крупномеры от 3 до 6 метров. Чтобы обеспечить 100% приживаемость, перед высадкой проверяют каждое дерево. От корневой системы до кроны. А потом начинается круглогодичный уход. Например, сад памяти возле Самарского футбольного стадиона. А это 750 деревьев, высаженных в форме знаменитого штурмовика Ил-2. Удалось сохранить благодаря регулярному поливу и уходу. В том году было высажено 750 деревьев. Это была данная акция была приурочена к всероссийской акции «Сад памяти». Вот. Было высажено 500 породы, древесной породы сосны, 100 липы, 100 березы и 50 каштанов. Озеленение идет равномерно по всему городу. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.